Добрый день, друзья! Компания Riva приветствует вас! Сегодня у нас на обзоре модель МЗСА 817700 в исполнении .002. Габаритная длина прицепа от начала дышла до конца прицепа 2945 мм. Ширина габаритная от крыла до другого крыла с другой стороны 1550 мм. Высота от земли до верхней части борта прицепа 775 мм. Данный прицеп идет полной массой 750 кг, грузоподъемностью 616 кг. Габаритный размер кузова 2050 мм внутренний, ширина 1,10 м. Борта имеют высоту 30 см. Высота тента на данном прицепе от полуприцепа до верха имеет высоту 108 см. Цвет серый, ткань ПВХ, 630 грамм на метр плотностью под веревку. Сзади имеется клапан откидной. Крепится также на веревках с лямками. Внутренний размер кузова длину имеет 2,05 на 1,10 м ширину. Борта 30 см высотой. Также задний борт открывается на бортовых замках с фиксаторами. Фанера на полу используется ламинированная, влагостойкая, 9 мм толщиной. Также имеются дополнительные петли крепления для груза по четырем углам, сзади и спереди. Подвеска на данном прицепе рессорно-амортизаторная. Установлен подрамник, который вместе с дышлом выполняет роль рамы. К подрамнику крепятся четырехлистовые рессоры, амортизаторы, рессоры скользящие и колеса 165 на 70 R13. На данном прицепе установлено замковое устройство фирмы Alco автоматическое. Также установлен держатель крепления вилки, сама вилка с проводкой. Проводка уходит по дышлу внутри, соответственно, оно меньше подвержено воздействию окружающей среды. Также в комплекте идут две страховочные цепи для крепления за автомобилем и опорное колесо с хомутом для крепления колеса на дышле. Дышло имеет профиль 60 на 60 толщиной 3 мм. Покрытие горячее цинкование.